Смотрите. Их помыли. Они такие. Они просто помытые. Голубятни, смотрите. Тихо-тихо-тихо. Мои хорошие, какие красивенькие, да? Черненькие, беленькие, пестренькие. Вас помыли, да? Вы сохнете. У этих такие, смотрите, на лапках такие. Перья даже на лапах. Зато вы... Да, выкупал. Да, я вижу, что они пытаются высохнуть. Зато такие красивые будете. Папа искупал вас, да. Чистенькие будете, да. Красавчики будете. Уже красавчики, мама. Какие красавчики, они очень крупные для волнушек, очень крупный вид, редкий вид. Не, у нас был меньше, да, папа? Не, у нас такой же был. Горленький тоже. Виталь, у нас меньше был? У нас такой же был. У нас меньше был. Хотя, ну вот этот, наверное, точно как. Кеша, да? Кеша. Не надо. Что? Не, пожалуйста, не надо. Ну, не надо. Ну, она вылетит. Не надо. Вылетит. Чемпион вот Америки 2018-го? Чемпион Америки 2018 года. Это два чемпиона Америки. Куда он побежал? Куда они сейчас страшные, да ты что? Куда побежал? Я тебе сейчас фотографию покажу. Чемпион Америки. Ого, ничего себе, какие глазки у него. Ты красавчик. Ты не клюнешь меня? Они просто мокрые, да? Да. Ладно, еще попугай. Сейчас компост того всего накидаю, а потом это землей засыплю. Да, я посадит и сделаю, чтобы сюда вились и все. Колбочка. Это что такое? Это плов будет. Вот мы видели, который за стеклом нам это щекой прижимался и лапкой гладил. Слушай, это сумасшедший попугай. Сейчас, если я кое-что сделаю, он начнет клетку трясти, он с ума сойдет. Хочешь? Он порвет любого. Это круче любой овчарки. За какую-то вкусняшку? Смотри. Все, его переключилось, его нельзя сейчас в руки даже брать. Его это раздражает, что ли? Он убьет за это этот попугай, он все это. Хорошенький, красивый. Да, красавчик, красавчик. Ну скажи что-нибудь. Ты что замолчал-то? На камеру не хочешь? Свободен. Да. Сейчас так, да. Лапки дашь? Дай еще лапку, еще одну. Еще одну. Дай. Какой красивый. Какие у тебя красивые цвета и глазки. Тюсик, что это такое? Он любит так, да? Ну. Как у тебя ощущения, Ева? Мне кажется, что он чувствует, что его не Ваня держит, а что он меня сейчас этот... Такой смешной. Смотрите, здесь тоже вот такие дома есть, как квартирные, таунхаусы, вот новенькие построенные. Причем гаражи у них, я, кстати, когда смотрела жилье, выбирала, видела такие, такого типа жилье с гаражами, видите, вынесены. Your destination is on the left.
гаражи и вот, как их называют, кладовки, так скажем, да, они отдельно у людей. Кстати, по-моему, в Сакраменто тоже такое было, да, у нас, где мы жили меньше месяца, почти месяц. Это где угодно можно встать, что ли, я не могу понять. Наверное, где угодно, нету номеров. Вот такие дела, да. Получается, 1, 2, 3 этажа квартиры, да. Это не таунхаус, это квартира. Всем привет! Мы приехали с собрания, стали обходить так называемое владение. Тут у нас уже весна же вовсю. То есть смотрим, что у нас здесь проросло. Во-первых, вот эти, то, что мы посадили, начали прорастать цветы. Да? Кашка. Ну, этот клевер. Вот эти вот цветочки, они причем сиреневые. И где-то еще какого цвета я видела. Вот такие голубенькие, вот, да. Потом идем, такие смотрим. Ну, какие-то там, что у нас тут, одуванчики. Я такая, я говорю, Виталик, смотри. Я даже его позвала. Посмотрите, что у нас здесь. Евочка, голову немножко. Ага, вот. Земляника. И причем красивая такая. Там, кстати, у нас тоже или малина, или земляника посажена. Можно, конечно, можно. Только мы надо помыть. Вдруг здесь земляника Джек пометил. Растет. Да. Старайся не наступать тогда на вот эти вот. Вот тоже. Ну, ягодка, видишь, да? Вот. Это все земляничка. А я покупала в русском магазине за дорого, по чуть-чуть в чай, чтобы замороженную класть. Вот, она своя будет теперь. Мы сейчас как раз тоже в служении. Столько на этой улице живет русскоговорящих. Вообще через дом ходим. Пешком, можно сказать. Служение. В таких вот местах. Своим беличьим делом что-то тут. Смотрите, какая. Что-то копает. Закапывает. Эх, жалко, Джек не видит. Сейчас только скажи ему слово громко. Белка. Он побежит. Вот тут у нас домик. Птицы прилетают. Красные кардиналы, девочки, мальчики приезжают, прилетают. Помидорки. Смотрите, уже распускается вот этот цветок у меня. Два, видите, белых на подходе цветочка. Тут колибри, для колибри повесили, но еще это пока не прилетали они. И вот распустились посаженные. Вот этот посадили. И где он? А, вот. Вот тут вот тоже. Два цветочка зашли. Но еще тут три должно быть, но другого типа. Другие цветочки. Они пока то ли не время еще им, то ли уже точно не взойдут. Джек, белка! Белка! Вот! Слово белка. Для Джека. Как спусковой крючок. Джек увидел. Все, она уже высоко. Хрю-хрю. Ты у нас Джек Рассел Терьер или Хрюкер Терьер? Вот видите, это девочка. Ой, это серенькая, видите, у них какая. А утром была голубенькая этот
брюшко, животик. Сможет. Да ладно тебе, Джек.